Друзья, привет! Меня зовут Юля. Привет, меня Женя. Это мой муж. Вы на моем кулинарном канале «Сладкий персик». Обязательно, кстати, подпишитесь, потому что у нас много вкусных рецептов, да? Да. Сегодня Женя у нас будет пробовать продукты и угадывать, что это такое. Но продукты не обычные, а для здорового питания. Я давно занимаюсь спортом, и мне нужно правильно, хорошо питаться. Но когда я слышу формулировку «правильное питание», в голову мне приходит сразу какой-нибудь сельдерей или сухая куриная грудка. Значит, ты уверен, что полезная еда не может быть вкусной? Но я не то чтобы уверен, у меня такие ассоциации. Я тебе сегодня докажу, что здоровая еда может быть очень вкусной. Я тебе сейчас завяжу глаза и буду тебе давать всякие вкусняшки. Ты будешь угадывать, что это такое, и говорить, вкусно тебе или нет. Хорошо. Как вы вообще спите в этих масках? Вот номер один. Давай. Ну, это печенька. Печенька. Я угадал, вкусная? Да? И да, вкусная, потому что в ней я чувствую то ли сушеную клюкву какую-то, то ли... Короче, какие-то сушеные ягоды, немножко с кислинкой. Это было печенье амарантовое с курагой и морковью. А, курага. Без глютена, без добавления сахара и фруктозы. Можешь смело есть их ночью. Есть у меня один грешочек по ночам пожрать. Дальше. Дальше-то. Давай. Ну, это мармелад. Он очень вкусный. 100%. Прям очень вкусный. Слушай, правда? Желейные конфеты, стевия, лимон. Вот, без сахара. Угу. Давай. Ага. Какой хруст аппетитный. Вкусно? Да, вкусно. Безе со вкусом черной смородины, не содержит сахара, фруктозы и глютена. То есть максимально полезная штучка. Клево. Аква очень хочет. Аква, ты у нас адепт здорового питания, да? Вкусно? Открывай глаза. Это амарантовые батончики. Как много витаминов тут. Амарантовая мука намного полезнее, чем пшеничная. В ней содержится очень много белка, витаминов, там витамин В1, В2 и омега. В общем, для тебя прям идеально. Для тренировок. О, что здесь? Ну, это зефир, наверное, да? Нет. Не зефир? Это не зефир. Это вкусно? Да, ну да, вкусно. Вот пахнет прям, я чувствую, моей любимой конфетой. Это подсказка. А, это птичье молоко? Да. Открывай глаза. Конфета называется «Птичка умная». Птичка умная. Потому что это птичье молоко, нежное суфле со вкусом крем-брюле, но опять-таки без сахара, очень полезные и подходит для здорового питания. Крем-брюле, точно. Или тем, кто сахар не ест. Что же у нас будет дальше? Судя по всему, какая-то подушечка, да? Да. Это готовый здоровый завтрак с витаминами Е, В1, В2, В6. Аква опять очень заинтересовалась. Аква очень интересна. Она поближе хочет просто рассмотреть это все дело. Без добавления фруктозы, со стевией. Кстати, стевия – это природный сахарозаменитель, и она в 200 раз слаще, чем сахар. 200? Да, и в то же время она содержит 0 калорий. Это как вообще такое возможно? Ну, как видишь. Это как будто в игре чит-код ввели просто. Итак, дальше. Ага. Надеюсь, будет легко угадать, но тем не менее. Попробуем, давай. Кажется, мне не стоит болеть, потому что с ложечки ты меня кормить не умеешь. Так, ну это какое-то или варенье, или джем. Да, какой? Мне очень понравилось. Какой? Из чего? Из вишни! Точно, вишенка. Он очень ароматный, я вот банку открыла, и прям пахнет вишней, и такая текстура интересная, прям как желе. Джем вишневый без добавления сахара. Опять, можно есть ночью или на ночь. Мы с тобой любим чай на ночь пить? Да, да. Вот как раз на. У нас здесь кое-что интересненькое есть. Давай, сейчас кусай. Сейчас откоп сало. Кусай. Кусил. Ну это опять какая-то мармеладка. Да. Судя какая? Почему. Здесь какой-то цитрус, мне кажется. Что-то цитрусовое. Да, правильно. Это у нас крафтовый мармелад ручной работы. Соком лимона и кусочками яблока. Во, я про яблоко тоже подумал. Опять-таки без сахара. Еще одни мои любимые штучки. Ага. Давай. Твои любимые?
Да, это должно быть очень вкусно. Это что-то в шоколаде как будто. Да, конечно. Это мое любимое же. Это у нас амарантовые батончики, опять только другие. Они у нас с кокосовой начинкой и в глазури. Мне кажется, их я съем первым. Почему ты? Ты вообще, вот уже почти все продукты попробовал? Да. Ты поверил в то, что здоровое питание, здоровые продукты могут быть такими же вкусными, как обычно? Они могут быть и вкуснее, или как минимум такие же, как и привычные по вкусу те, что ел всю жизнь. Не сладко, но должно быть тоже вкусно, потому что ты любишь вообще такие штучки. Что это, говядина? Нет. А, ну это хлебцы. Хлебцы? Да. Видишь, это тонкие хлебцы амарантовые. Тоже амарантовые. Да, опять из амарантовой муки. И с ними очень удобно делать всякие закуски. О, они беленькие. Бутерброды, да, там, такие завтраки, в общем, я не знаю, там, с омлетом, например, на завтрак. Да, я обожаю, когда ты вот намазываешь какую-нибудь рикотту. Да. И сверху на кусочек какой-нибудь рыбки. Хлебцем, кстати, правильно говорить. Не хлебцы, а хлебцы. Будем, да. Будем... Ну, потому что хлеб. Хлеб. Да, будем правильно ударение ставить. Что у нас здесь такое? Если вам не видно, у меня кошка сидит на стуле, и она прям гипнотизирует вообще, как я открываю. Давай. Давай. Кусай, ешь. Запах потрясающий просто. Вкусно? Скажи, очень. Да, не, вкусно, вкусно. Только я не пойму, что это не зефир, не... Это зефир. Это зефир. А, зефир. Да, открывай глазки. Угу. Это зефир со стевией. Вместо сахара со вкусом клубники со сливками. Я вам настоятельно рекомендую поесть зефир с закрытыми глазами. Вообще ощущения совершенно другие. Вот так это выглядит. Мне кажется, это очень вкусно. Я еще не пробовала, но я чувствую аромат. Да, очень вкусно. Ну что, мы все попробовали. Да, ничего, если я в маске. Нормально. Вообще, я, если ты у меня такой, это не мой вопрос был, мне очень понравилось. Я жду не дождусь, когда мы дозапишем это видео, и чтобы попить чай полноценно, уже с визуализацией того, что я ем. Мне из этого всего нравится все, конечно, но больше всего вот эти вот амарантовые батончики. Угу. Если вы хотите познакомиться с здоровыми продуктами, начните с них. Потому что они очень вкусные, и я думаю, что они вам понравятся. Да, мне все сегодня понравилось. У нас были продукты корпорации D&D и бренда «Умные сладости». Все эти продукты не содержат глютена, сахара и добавленной фруктозы. Они очень полезные. У них огромный просто выбор, как вы уже заметили. И купить их можно на Wildberries и на Озоне. Клево. Еще и привезут. Да. А ссылки для того, чтобы получше познакомиться с брендом, я оставлю в описании к этому видео. Я надеюсь, вам было интересно и прикольно. Я надеюсь, тебе было вкусно. Мне было интереснее всего. Честно. Друзья, спасибо, что были с нами. Пишите ваши вопросы в комментариях. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Пока.